Так, друзья, всем привет, с вами Руслан. Сегодня на ремонте телефона у нас Huawei Y5-2017 или же Y5-2017, или же вот его модель. Заявленная неисправность. Периодически пропадает звук с микрофона. Абонента не слышат. Здесь у нас два варианта. Либо это залитие, либо это микрофон. Скорее всего, микрофон, потому что... Сейчас покажу. Извлекаем все болты. Их здесь достаточно много. В некоторых местах они другого цвета. Также имеются две пломбы. Заводские, они были заклеены, сорвал их я. Снимаем пластиковые накладки. Здесь у нас динамик. И желательно снять вот эту накладку. Все, здесь у нас ничего нету, ни антенн, ничего нету. Скидываем защиту аккумулятора и отстегиваем аккумулятор. Все, аккумулятор отстегнули. Видим, нижняя плата у нас, индикатор влажности белый. Значит, он не намыкал. Вверху видим, что у нас все покраснело. Но очагов коррозии мы не видим. То есть вода сюда не попадала, только влага. Поэтому индикаторы покраснели. Смотрим шлейфа. Первый шлейф у нас целый. Второй шлейф у нас целый, без коррозии. И делаем вывод, что у нас умер микрофон. Точнее, он не умер, он умирает. Переходим в нижнюю часть телефона. Я возьму пинцет. Отстегну коаксиальный кабель. И отстегну шлейф межплатный. И достану нижнюю плату. Также можно сразу проковырять резиночку, вот эту уплотняющую под микрофон. Она чистая у нас. Дело не в ней. Питание у нас отключено. Давайте посмотрим поближе. У нас здесь стоит вот такой вот SM-дюшный микрофон. Сейчас фокус поймаем. Не ловит фокус. Вот такой SMD микрофон. Он у нас с виду целый, но у них есть свойство ломаться. Я так предполагаю, что это микрофон у нас вот такого типа. Это, по-моему, S3 Samsung. Могу, конечно, ошибаться, но давайте проверим. Сейчас снимем старый микрофон и посмотрим его с той стороны. Итак, сняли микрофон. В ходе снятия он у нас разобрался на две части. Подложка у нас верхняя отпаялась, но нижняя подложка у нас осталась целая. И можем мы посмотреть на нее. То есть микрофон у нас имеет 4 пина. Аналогичный микрофон у нас на Galaxy S3. Также имеет 4 пина. Теперь лудим все контакты. Здесь, здесь. И будем паять новый микрофон. Итак, дабы не тратить ваше время, телефон я уже подсобрал, установил на место динамик, нижняя плата стоит на своем родном месте, все встало как было. И давайте проверим нашу работу. Проверять будем в приложении диктофон, так как диктофон использует нижний динамик, а не задний. Так, у нас дата времени неправильная, будешь ругаться на это. Напоминаю, здесь два микрофона, вот второй стоит вверху, точно такой же. Давайте его прикроем пальцами и... Раз-раз-раз, проверка звука, раз-раз-раз. Давайте сохраним запись. Перейдем в записи и найдем нашу запись. Раз-раз-раз, проверка звука, раз-раз-раз. Микрофон у нас работает.
Теперь собираем телефон, вот наш старый микрофон развалившийся лежит, и отдаем клиенту. Вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, пишите свои комментарии. С вами был Руслан, до новых встреч, пока-пока.